Итоги работы по совершенствованию и переформатированию деятельности партии Нур-Отан Нурсултана Назарбаева сегодня представил первый заместитель председателя крупнейшей политической силы страны Бауыржан Байбек. Выполнение обязательств предвыборной платформы партии, по его словам, достигло уже почти 70%. Бауыржан Байбек также доложил президенту об утверждении дорожной карты по реализации программы противодействия коррупции и участии партии в осуществлении программы Нурлы-Жол, заверив, что нур-отановцы приложат все усилия для ее успешного выполнения. Глава государства по итогам встречи дал ряд конкретных поручений. Программа «Нурлы-Жол» будет реализовываться под эгидой партии, поскольку Нур-Отан имеет авторитет и в ее рядах состоит много людей по всей стране. Принятие «Нурлы-Жол» — это важная мера, имеющая большое значение для будущего развития страны и благополучия народа. В этой связи партия должна сконцентрироваться на разъяснительной работе с населением. Новая экономическая политика — это развитие инфраструктуры, создание рабочих мест, а также действенная поддержка малому и среднему бизнесу со стороны государства. Если в данном направлении Нур-Отан будет тесно взаимодействовать с Национальной палатой предпринимателей, появятся нужные результаты. Все члены партии, озвученные вами послание, восприняли как большую ответственность, возложенную на них. Мы приложим все силы для осуществления контроля за выполнением этой программы. Согласно вашему поручению, во фракциях партии в Мажилисе и во всех маслихатах уже созданы 4 комиссии по контролю за реализацией задач и расходованием средств Национального фонда.